Тихо-док в кабинете. Так, встаю я, значит, утром, да? Встаю, значит, умываюсь, одеваюсь и прочие приготовления. Иду на остановку и... Дай угадаю. Общественный транспорт. Я вхожу в наполненную... А это окно вообще открывается? Маршрутку! Ну или автобус, без разницы. И ведь совершенно непонятно, когда выходить. Нужно при этом всячески изощряться, чтобы передать водителю за проезд. И не дай бог ты проехал остановку! Но вы проехали остановку. Надо было предупреждать. Но я же предупреждал. Надо было громче. Пишите в комментариях, что вас больше всего бесит, а также не пропускайте новые выпуски. До скорого!